Снова всем привет, с вами Game Dragon, мы продолжаем играть в Ana. В прошлый раз мы попытались с вами колонизировать или заселить тундру. Но у нас получилось нежданчик. Во-первых, я не думал, что она сильно зависима от других регионов, ну, настолько в начале. Вот, и очень многое зависит от северного, ну, скажем так, от полярных регионов. Соответственно, в полярных регионах растений есть, а объекта нету. Прикольно. Короче, нам в полярном регионе надо, хотим мы того или не хотим, а нам надо увеличивать производство консервов и суперсплавов. Суперсплавы здесь, видимо, не получится. Один, а там оптимальное снабжение плюс 10. И нам нужен, видимо, какой-нибудь новый остров. Подбираемый объект. Суперсплавы 9. Но нам нужно баланс именно по сектору, не просто 9. С чего суперсплавы делаются, будем сейчас вспоминать. Суперсплавы делаются из молибдена и алюминия. Молибден. А, это пенопен. Вот молибден, да? Вот алюминий, это бокситы, ну да, алюминий. То есть, в принципе, на этом острове мы, конечно, можем развернуть производство. Ну, ползи сюда. Пока. А я сейчас посмотрю, что на этом острове. А на этом острове у нас... Нет, ты плыви сюда. Вот, а на этом острове у нас вообще одна. А, нет, тоже две. Тоже две и тоже много. Даже не знаю, может этот занять. Да не, давайте займем этот уже. Потом, в конце концов, мы можем занять все их. И я чувствую, что надо накопить много-много денег на то, чтобы просто взять и выкупить сначала одну из территорий. Заходи. То есть тут 2 миллиона надо накопить. На эту территорию надо миллион. 200, на эту надо 2 миллиона. То есть 1 200 000 нам надо накопить на том, чтобы выкупить. И тогда дела, я так подозреваю, пойдут веселей. Из всех ледяных полей я бы тоже выбрала. Так, хорошо, ладно. Молибден и алюминий. Исходя из этой радости... Ага. Исходя из этой радости, имеем вот так. 3, 4, 13, 4, значит, я думаю, что здесь надо усилиться. 10, здесь 13. Общий итог по сектору 10 на 13, да. А теперь на производство вот этого надо 2, 4 алюминия и 6 суперсплавов. Все это будет стоить 9. Ставим здесь. Это вот примерно так, как мы с вами поступили на этом острове. Только вот то же самое, видите? Плазменная плавильная печь. И все равно нам не хватает по балансу у нас. По балансу десятка, но это потому, что я уже здесь построил сейчас. Вот. Балансу десятка. 6 этих, ну давайте добавим немножко модулей. Как я там строю, подождите, красиво у меня там так получилось. Ага, по бокам просто от основного, от длинного. Ага, я понял. Надо его как-то переместить. Я его вот так просто брал. Вот. Тогда у меня все получится тоже. И тогда два модуля по краям здесь и здесь. Баланс 2,9. Туду-туду. Потребляет алюминия 4, молибдена 2. Ну все, окей. Возвращаемся. А, нет, стоп, не возвращаемся. Консервы. Консервы. Производство 22, потребление 22. Нам надо
увеличить производство консервов. Для этого нужна рыбка. Рыбки две, две консервы. Логично. Значит, для рыбки мы берем... Где у нас тут? 6 рыбок можно сделать, да, получается, если взять сразу. Ага, даже можно 8 рыбок получить. Пум. О, блин, здесь объезжать придется. Так, ладно. Сколько? 18 рыбок. И завод по производству рыбных консервов. Сколько ты производишь? 2. Ага, 16 рыбок свободных. Я понял. Вот так нельзя, да? Значит, можно вот так. И вот так. Причина? 8. Так, 10, 7 рыбок. Тут можно... Не знаю, вот сюда, наверное. Я ж так, чтобы дома еще строить можно было потом. Не хватает людей, не хватает логистики, да? Сейчас мы этот решим вопрос. Логистику мы поставим вот здесь прямо. Тут больше строить-то и нечего в округе. Вот, соответственно, у нас получается 14 консервов. 20 электроэнергии, 31 работник. Значит, работников мы сейчас сюда. Ай, блин. Чуть-чуть не влезло. Ладно. Сейчас переместим. Раз. Ну тогда и здесь надо, да, перемещать. Как-то. Внимание. Перерасход энергии. Примите. Тихо. Не кричи. Ну, вернем на рубль. Все перерасходы вернем. Так, хорошо. Здесь не влазит уже, да? Ну и ладно. Так, все, восстановили 15. Все, возвращаемся. Теперь нам надо еще один маршрут. На еду. И на это. Вот отсюда сюда. Плюс 16. Сколько у нас там производится? Ага, я понял. Ну, давайте. Так, вот 15. Устанавливаю. И еще один отсюда на консервы. На консервы отсюда 13. Все 13 забирает. Давай что-нибудь оставь людям там. Долина Ваха. Минус 3. Так, надо было всего 3, я туда 10 всыпал. Ну что, нормально тоже, я считаю. Доступны здания нового типа. Где? Ага, вон. В Арктике. О, этой самой. В тундре. Это я уже увидел. Вот, сразу. Смотрите. Заходите. Так как мы добавили им консервы. Я не знаю, почему так слабенько консервов. Минус 3. Вечная зима. Смарт-дроны. Так, ну а тут можем осушитель строить уже. Анализ потребления. 5 минут, и у нас будет осушено болото. Ты же не бросишь меня самого все это разгребать? Там разберемся. Так, а здесь уже нужны роботы. Интересно, почему здесь роботы не нужны, а там нужны. А здесь... А здесь тоже можно построить, почему бы нет. Зачем, если мы можем чуть тянуть время, 5 минут будет идти одновременно. Тут надо роботы, да. Так, а что с этим болотом? С этим тоже роботы. Короче, на 2 болота можно отделаться просто, а на 3 болота надо будут роботы сюда доставлять. Тундра, короче, ничего не производит, даже по сравнению с Арктикой. То есть какая-то фигня. Мох, грибы, хотя тут вон лазит живность всякая. Так, осушаем болото. И надо строить ребятам вольфрамовую шахту. Завод микросборки. Из вольфрама она на чипы собирает. Потом кобальтовая. Угу. И дроны.
смарт-дроны, наночипов 2, кобальта 4. Так, хорошо. Смотрим, где вообще мы это можем все построить. Что я не сильно-то вижу, где мы можем это все вообще развернуть. Я думаю, что пока мы здесь вот болото не осушим, вот здесь вот будет место. А с этой стороны будет место либо здесь, вот здесь вот будет место для вольфрама. То есть, в принципе, ждем, пока 3 минуты осталось. Пауэр есть. Пауэр есть, вода есть. Питьё зима. Тоже есть. К этому привыкаешь. Слушайте, ну почему консервов вам так много надо? Где тут маршруты мои? Обзор маршрутов. Новый маршрут. Еда. Отсюда. Сюда. На плюс 3. Устанавливаю связь. Вот теперь сейчас все должно... О, вот теперь четенько. Так, вот теперь четенько. Осталось только дроны. Ну, дроны мы не уже выяснили. Пока мы вот не нарисуем болото сухое, ничего у нас не выйдет. Так. Собираем пока материалы. Вот, видите, здесь на сухом месте шахта стоит, здесь видно. Но я уже понял точно, вот в таких выборках у нас будет... Будет шахта. Так, а что вот здесь у нас? Строительная площадка на берегу. То есть я тут смогу что-то строить. Вот когда тоже, видите, болото осушу. Вот я смогу тут что-то строить. Я так понимаю, какую-то рыбку. Да? А что здесь? Да нет, тут ничего ловить особо нет. Значит, это следующее будет. Так, хорошо. Ну, давай, 1,5 минуты. Я вот думаю, построить еще один район. Или не заморачиваться пока что. Или в эту сторону. Я в эту сторону построю район. Хотя, нет, стоп. Это я сейчас построю, им опять захочется жертвы. Это опять будет минус консервы. Вы и так 13 консервов жрете. Могло быть хуже. Вот эта вся толпа 13 консервов жрут. Это ж какой-то ужас. Так, ладно. А если я... В Арктике у нас там холодно. Энергии почти нету. И людей нету. Пока тебя не было, тут много чего произошло. Есть неплохие задания. Да, блин, связали они так хорошо, я считаю. Что мало не покажется. Так, стоп, это чей остров? Наш, вот это наши рыбные консервы там плавают. Все, я уже все модули и поставил. Потребление энергии минус 15. Вот давайте сейчас попробуем. Так, здесь много не разгонишься. Это с чего? Иридий, потребление в рапсиле минус 25. Логись, так, иридия, нифига нету. Иридий. Я не хочу воевать. Вот не хочу я воевать вообще никак. Нафиг все идите со своими войнами. Пу-бум. Строительство монумента завершено. Отлично. Так, то что трэма. Ей, эфрическая сила, почему мне иридий один на все? И где мне его достать, а? Блин. Че хочешь? Че дашь? Иридий. Соберите совсем ящики, следуя за сигналами дрона. А где моя яхта? В принципе. Внимание! Спрос на ряд товаров не удовлетворен. А где моя яхта? У меня же здесь яхты нету. Или есть?
Нет, нет у меня здесь яхты. Как я должен за ним следовать? На ваш флагман командный самолет. А, вот. Задание несрочное, но не тяните. Нет, это не мой командный. А где мой командный самолет? Ох, ничего себе, затесался, я вообще не видел, ничего себе. Под таким углом даже не видно было. Так, ну погнали. Есть. Давай, полетели. Вот я уже даже вижу. Пути. Не эти ящички, нет? Не эти. Да где-то вот сюда далеко, далеко. Уж мне нравится командный самолет. Не надо облетать, вот я, оплывать всякие. Пути. Оп, выше поднялись и погнали себе дальше. Стоять. Полный вперед. Там где-то рядышком. Координаты приняты. Полный вперед. Так, сейчас мы с вами все найдем. Есть. Вот они. Бррр. Забрали. Куда теперь? Координаты приняты. Теперь куда-то сюда, да? Да. Чем достаточно близко. Вот они. И уровень здесь, водопады, блин, конечно, карты они сделали классные, но визуально я балдею от этих карт. Забирай, что ты ждешь? Я знал, к кому обращаться. Все? Так, обычно мы. Что тебе дать? Команды дрон, чтобы обнаружить технику орбитального дозора. Давай, лети сюда, мой командный самолет. Забирай вот эту радость. Так, и у нас Иридия 48 теперь стала. И все спокойненько могут осушиться. Давайте посмотрим, как это происходит. Происходит это очень красиво. Вообще, вот то, что я говорил, видите, появится здесь. Сколько надо времени? Ого. Еще и 20 минут. Ёлки-палки. Не хватает электричества. 440 электричества надо. Хорошо. 50 энергии всего лишь. Ветра Power Station. И мы добавим сейчас ей сюда. Внимание. Нехватка энергии. Мы сейчас тебе добавим сюда. Все. Сколько? 290. Покажите вашу лицензию. Ну ты кредит на содержание. Так, 120. Это нет смысла. Рапсили. Да, рапсилы тоже хватает. Вот что-то большое есть смысл ставить, когда там тысячи и тысячи единиц. Вот, да, потребление отлично. Пока ветростанция такая, да? Смотрите, испаряет просто. Просто выпаривает воду. В моем понимании, он не только должен выпаривать воду, он должен еще электроэнергию производить. Так, ладно. Ну такое, блин, я ждать не хочу. Вот. Заниматься я пока особо этими делами тоже не хочу, ребят. Так что пока мы стопаемся здесь, пусть он у себе там ковыряет, осушает болото, несмотря на его мега красоту. Вот, давайте займемся миссией. Есть. Так, дрона я взял, взял. Что я должен сделать с этим дроном? Уничтожить объект техника. Ага, вот оно, вот сюда. Координаты приняты. Полетели. Я пока не вижу, где эта техника орбитального дозора. Ага, вот она стоит. А, она просто, ну, я понял. Это такие, типа, багги. Типа багги.
Вот сюда подлетаем. Одна, вторая и вон третья. И пусть дроны уничтожают. Все, погнали дальше. И третий. Спасибо, вы еще и Ридя привалила. Так. Настройки камеры мы сбросили. Я хочу повыше. Ладно, ну будет еще сушаться реально долго. 16. Че? 16. Не хочу. Ничего нету больше заданий никаких. Все, на этом все пока. Что-то я напрягает меня сейчас пока Анна играет. Не знаю, ребят, честно. Поэтому, возможно, возьмемся за нее позже, когда я закончу City Skyline и Polaris Sector. Пока что меня эти игры больше крут, чем Анна. Все, всем спасибо. Пока. Пауза с Анной.